услышали хлопки, ну, то есть выстрелы, они зафиксировали, что эти выстрелы. Сразу начали звонить в милицию, начали звонить в этот, в скорую помощь. Приехала милиция и скорая. А из дому выскочила, ну, дочь хозяина, получается, с внучкой. И дочь добежала до калитки, а девочка до окна добежала и тут же сразу упала. У нее было на спине такое вот, как от пулевого ранения, отверстие. Скорая приехала, уже зафиксировали смерть. Он в трех местах воевал. Ну, видать, что это с головой, их поубивал. Ну, нормально, дедушка ходил, здоровался, ну, а работали, радовался, соседи, жил.